Петро Пахнюк готовится. Петро. Ну и сейчас вы, кстати, про Ларису Петрик рассказали случай, я вспомнил, давай. Да, либо после. Сейчас посмотрим. Давайте Петром, посмотрим. Потом. Петром достоин, да-да, внимание, безусловно. Ох, классный элемент. Молодец. Большого оборота. Поворот на одну жертву и сразу в обратный поворот хеля. Здесь еще один элемент макуца. Сложнейшие, очень сложные координационные элементы эти. Их с хорошей стоимостью. Под 5-6 прибавки. Берется тогда за них. За исполнение Пахнюк. Это гимнаст сам хорошего ранга. Здесь здорово по прямым рукам. Но сразу класс отличается. Конечно, конечно. Ай-яй-яй-яй. А здесь мог бы в другую сторону чуть не перевернулся. Но удержал. Здесь тем не менее. Ну, допустил такие небольшие ошибки, так скажем. Сальто, согнувшись с перемахом, тоже здорово было. Здесь еще одно. Оборвало его сильно. Да, удержался. Ну, удержался. Ну, десятых три, наверное, снимут именно очевидно. За вот этот недочет. Угу. За удар. Оп-оп-оп. В одну жертву оберучный элемент с рывом. Ну, давай, Петро. Получился. Хорошо, хорошо. Сложность, сложная комбинация под 6 баллов точно. Я думаю, что даже за 6 может быть. Так что он может спорить с этим лучшим результатом. Там 14 с небольшим у нас было. С ними там даже и спорить не надо, в принципе, с такой хорошо, комбинацией. Хорошо. Но тут это уже Петро Пахнюк. Помню, какой-то период я его называл Петр Пахнюк. Ничего страшного, мне Петро даже нравится. Конечно, да. Но мне нравится, так звучит как-то красиво. Сценично. Ну и, собственно, Петро. Мы так и обращаемся. Петя. Петя, как ну бы, и хорошо. Все нормально. Да, да. Ну вот они. Вот они. Хорошая, вот сложная, это, сложная комбинация. Особенно молодец, вот первый элемент с большого оборота, вот этот выход на одну жертву и скажем, поворот. Да, отворот. И ты еще вовремя прокомментировал его, что это сложно. Вот здесь обратите внимание. Вот-вот-вот. Ну, смотри, как красиво. И он динамично должен выполняться без остановки на одной жерди, что он и показал, да, собственно. И это хорошо показал, и это хорошо. Вот он оборвал его на этом сальто немножко. Ну, сальто это он выполнил. Да, с перемахом было. Сейчас, я думаю, в повторе будет видно. А может, на этом... И вот здесь так застрял слегка, ну, но тем не менее не упал, да, удержался. Вот здесь немножко таким некоторым пыром. Нет. Ну, я думаю, он первый час пока не придет Верняев. А так вам.